Всем добрый день! В данном видео расскажем о том, как получать более 100% прибыли при помощи экспресс-ордеров у брокера Pocket Option. Для того, чтобы начать торговлю экспресс-ордерами, в терминале брокера необходимо перейти на вкладку «Экспресс-ордера», которая находится в правом боковом меню. На панели экспресс-ордеров можно будет сразу увидеть торговые активы, и первыми идут валютные пары, далее можно выбрать сырьевые товары, также акции или избранные активы. Также на панели можно отсеять активы по фильтру, где можно фильтровать активы либо по названию, либо по прибыльности, или вбить вручную название актива. Также сразу можно будет увидеть инструкцию по экспресс-ордерам, в которой рассказывается более подробная информация о том, как они работают. И обратите внимание, что какой бы экспресс вы ни совершали, у него всегда будет выплата более 100%. Но сам экспресс можно составить минимум из 3 активов. Также на панели можно посмотреть открытые экспресс-ордера и закрытые. Составить экспресс-ордер можно из любых активов. И для примера можно взять одну валютную пару, также взять нефть и акцию какой-нибудь компании. И по итогу 3 активов вполне достаточно для прибыльного экспресс-ордера. А если данный ордер окажется прибыльным, то даже при сумме сделки в $10 можно будет получить прибыль более $70. А при сумме сделки в $100 ожидаемый доход будет равен $708, а общая выплата составит 608%. При желании прибыльность экспресс-ордера можно увеличить, и для этого необходимо добавить новых активов. И чем больше активов добавляется, тем и больше становится процент выплат. И в данном экспресс-ордере 6 активами можно будет получить почти 5000% прибыли в случае положительного исхода. И все это с учетом экспирации в 1 минуту. Также любой экспресс-ордер до того, как он был подтвержден, можно скорректировать и убрать любые из активов, добавив новые. Чтобы убрать ненужный актив, необходимо нажать на значок урны, после чего добавить новый или оставить все как есть. Также для каждого актива в экспресс-ордере можно выбирать разные экспирации. Для этого необходимо нажать на таймер под активом, после чего указать необходимую экспирацию. И соответственно можно составить экспресс-ордер из любого количества активов, у каждого из которых будет абсолютно разная экспирация. То есть один актив может быть с экспирацией в 1 час, второй всего лишь с экспирацией в 1 минуту и третий с экспирацией в 4 часа. По итогу, когда будут выбраны активы для экспресс-ордера, остается только внести сумму сделки и нажать на кнопку «Подтвердить». После чего открытый экспресс-ордер можно отслеживать на вкладке «Открытые». При торговле экспресс-ордерами стоит учитывать некоторые факторы. И несмотря на ту прибыльность, которую могут давать экспресс-ордера, в них есть и некоторые минусы. И основным недостатком является то, что довольно сложно предсказать исход экспресс-ордера, состоящего из 3 активов. И чем больше активов в экспресс-ордере, тем сложнее получить прибыль. Если вы планируете торговать экспресс-ордерами, то обязательно стоит провести тестирование на демо-счету, а также подобрать специальные стратегии, которые помогут предсказать будущие цены. Подобрать эффективные стратегии и индикаторы можно на нашем сайте в одноименных разделах, ссылки на которые будут в описании под видео. Помимо этого, на нашем сайте можно найти и множество другой полезной информации для бинарных опционов. Желаем удачной торговли!